Вторая персональная выставка московского художника Петра Безрукова открылась в Сарове. На полотнах в зале художественной галереи виды Черноморского побережья. В мае автор вернулся с пленэра. 30 дней он провел на берегу моря. Написал за это время 80 работ. Часть из них приехали в Саров. Выставка называется «Мои голубые небеса». И действительно, на картинах много неба, много моря. В выставку мы увидим удивительные горы, гора Кошка или берег каменных крокодилов, например. Те, кто никогда не были на море, мне кажется, у них появится новая мечта, посмотрев эту картину. Петр Безруков – выпускник Суриковского института, и традиционно он пишет маслом. В прошлый раз он привозил в Саров камерные небольшого формата натурные этюды, но с течением времени перешел на полномасштабный холст. На открытии выставки мы встречались с художником. Те, кто были у нас на ночи музеев, имели уникальную возможность и пообщаться, и поговорить. И мало того, художник написал портрет здесь с нашей модели, саровчанки, которая позировала. И в эти дни, в первые недели работы выставки, портрет пока сохнет, можно прийти и посмотреть. Выставка продлится до конца июня без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.